И всем привет, ребят, с вами я, Эрманов. И сегодня, ребята, мы сыграем в одну хоррор-игру с смешным названием Кузбасс. Ну откуда я знаю, ребята? Может, это совсем не смешная игра? Может, там реально очень страшная игра? Давайте, ребята, новая игра. Долго еще ехать? Нет, почти приехали уже. Жаль, что вы не успели познакомиться со своей бабушкой, пока она еще была жива. Теперь нужно хотя бы попрощаться с ней. Я познакомлю Аришу со своей бабушкой. Они подружатся. Ну вот и приехали. Все на выход. Так, мы куда-то, ребят, приехали. В какой-то дом. И... за мной. Похоже, семерка. Сейчас дверь закрою. Славик, подними ключ. Он должен быть под ковриком. Что ты здесь вырос, но мне здесь как-то не по себе. Не тревожься. Всего одну ночь здесь переночуем. Завтра пройдут похороны, и мы там... Почему мы должны ночевать в одной квартире с покойницей? Уже совсем поздно. Кровать. Все, блин, давайте лежим спать. Да ну у нас как-то не инвентарь. Братик, проснись! Блин. Тише! Не разбуди родителей! Аня, что ты здесь делаешь? Бабушка же умерла. Нет, она живая. Вот же она стоит. А-а-а! Фух, кажется, это был просто сон. Странно. Аня что, уже проснулась? Проснулся наконец-то. Садись кушать. Вы же умерли. Бабушка у тебя, конечно, пожилая уже, но еще не настолько, чтобы помереть совсем. Куда вы дели мою сестру? Ты как с бабушкой разговариваешь? Какая еще сестра? Иди лучше мусор выброси, пока я тебя не наказал. Смотри, сколько бабушка нам всего наготовила. Руки у нее золотые. Я тебе что сказал? Марш мусор выбрасывать. Ишь, как вымахал. Совсем уже большой стал. Лучше взять мусор, как велит отец. Может, ребят, мы, кажется, попали в параллельную вселенную. Вот. Ну,
Ну, конечно, ребята, у игры какое-то смешное название Кузбасс. Кузбасс, Это же кукла Анюты. Что она здесь делает? Здесь происходит что-то странное. Нужно скорее найти сестру. Здесь можно выбросить мусор. Здесь можно выбросить мусор. Так. Вечером. Да. А что? Та старуха в квартире не твоя бабушка. Пойдем со мной, я тебе все расскажу. Там происходит что-то странное. Но почему ты не можешь рассказать все здесь? Здесь оставаться опасно. Эта ведьма может появиться в любой момент. Ладно, показывай дорогу. Честное слово. Почти на месте. Не отставай. Забываю эту крутилку. Посмотри под моим деревом. Ну что, нашел крутилку? Должна быть под деревом. Ну что, нашел крутилку? Должна быть под деревом. А куда я теперь эту крутилку? Деревом. Так. Ну что ж, ребят. Тут очень классная игра для прохождения. Она мне очень сильно впала в душу, ребят, сейчас. Такс, мы, ребята, уже вот дошли на второй этаж. Здесь мы в безопасности. Старуха не знает об этом месте. Что здесь вообще происходит?
Ты знаешь, где моя сестра? Я не видел твою сестру, но старуха похищает детей уже много лет. Так что ничего удивительного, что твоя сестра тоже пропала. А были и другие? В детстве у меня был друг. Однажды мы играли с ним неподалеку от этого места. 20 лет назад. И правда, клевое место для домика на дереве. А еще я знаю, где можно раздобыть доски и инструменты. Пойдем покажу. Артем, значит. Хорошо. Давай за мной. А мы уже, ребят, кажется, играем за Виталика. Ого, кажется, здесь раньше не было столько воды. Как же нам теперь перебраться на ту сторону? Так как просто ходить по воде. Сейчас я уже закрою. Ты чего? Это ж двор ведьмы. Давай уйдем, пока она нас не заметила. Да это все детские сказки. Она обычная старуха. Но ребята говорят. Да ты просто струсил. Хочешь построить шалаш или нет? Хочу. О, лучше вам вообще бы не лезть бы сюда, пацаны. Такс. Мы уже, ребята, идем к этому дому. Странно тогда, почему она своего сына тогда не сделала. Не украла. Вот тот сарай, который нам нужен. Блин, эта старуха тоже тут. Просто пригнись, чтобы она нас не заметила, и давай за мной. Так, давай себе быстрее пойдем. Я прошу прощения. Иди, залазь, я посторожу. А что сразу я? Давай по считалочке. Ну давай. Раз, два, три. Блин. Ну ладно, я пойду. Так, мы струсили или не пошли? Я тоже не покупала рекламу. И что? Твоего друга так и не нашли? А его никто и не искал. Люди в поселке сразу же про него забыли, как будто его и не было никогда, даже его родители. Так вот, почему мама и папа так странно себя вели. Но как такое вообще возможно? Еще когда я был маленький, по поселку ходили слухи, что это старуха-ведьма. Есть одна женщина, которая знает об этом больше. Говорят, что она сошла с ума с тех пор, как ее сестра пропала. Теперь она живет вдали от людей, в заброшенной котельной. Возьми этот ключ.
Он открывает дверь в сливной трубе. Через нее ты сможешь попасть в котельную. Удачи! Надеюсь, ты найдешь свою сестру. Так, ребят, у нас тут ключ есть уже. Ну ладно, туда не надо идти. Так. 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 Итак. Прошу прощения. Если я смогу отпустить рычаг, то, возможно, вода уйдет и можно будет перебраться на ту сторону. Нужно больше покрышек. Еще пару штук. Думаю, осталось последнее. Похоже, что этого мало. Но здесь? Неужели тут кто-то может жить? Так. Ну куда-то мы тоже пришли. Так. Вот. Здесь. Ни черта не видно, если честно, ребят. Thank you.
Мне нужно искать эту женщину здесь? Неужели тут кто-то может жить? Закрыто на ключ. Так. Мы, ребята, уже вот поднимаемся вверх. Давайте так, ребят, попробуем сделать. Так, вот еще одна дверь. Эту дверь невозможно открыть.
Так, значит, невозможно открыть, да? Так. Идем быстрее. Эту дверь невозможно открыть. Да я вижу, что невозможно открыть. Нужно искать эту женщину здесь. Ну ладно, ребят, кому неужели понравилось? Неужели тут кто-то может жить? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Эрманов. Следующее прохождение будет... наверное, через несколько дней. Все, пока.